Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, вы на канале Валерий Хауса. И мы продолжаем играть в опасную игру с кукловодом. Вот, нам нужно найти 10 сраных ключей, чтобы открыть 10 проклятых замков, короче, чтобы попасть на свободу. Вот, и, ну, для начала давайте-ка посмотрим, у нас тут всякие ништяки, по-моему, появились за вход. Давайте вот подарочек подобрать, бесплатно клей. Клей подберем. Подберем. Все, да? А, еще можно подобрать. В смысле? Еще подобрать? Что-то я не понимаю. А, подарить. Подобрать. Подарить. Нет, дарить нахер. Мы никого не будем, ничего. Вот. Так, это что у нас? Я не помню. Обычный декор. Ноль. Окей. Обычный декор, обычный декор. Украшает нашу комнату. Окей, ладно. Тут что-то у нас какая-то акция, что ли, появилась, или что это? А, марионетка, ты довольно неплохо освоилась в особняке. Теперь тебе доступны особые события, которые происходят в моем доме. Общий прогресс акции и личный вклад показывают ваши достижения. Заполните их на 100%, чтобы получить максимальную награду за участие в акции. В окне наград вы можете увидеть возможные вознаграждения. Данное окно поможет вам понять условия проведения акции. Да нахер, нахер мне это все, короче, нахер. Да уйди ты уже! В задницу. Так, окей. Коллекция. А, мы собрали, кстати, коллекцию, да. Мы собрали коллекцию из набор статуэток, короче. Вот. Ладно. Мы идем по, типа, сюжету. Так, что у нас? Перейти наглая крыса. Так, недовольство какое-то, смотри. Недовольство. Осталось 3 дня. Не может быть, опять? Да кто это делает? Да хер его знает, кто это делает. Так. Я понял тебя. Давай, наглая крыса. Наглая крыса. Валерий, доброе утро. Ты только посмотри, на кухне опять беспорядок. Эта крыса точно. Пришла ночью и все мешочки с крупой погрызла. Ты не мог бы поймать ее, пожалуйста? Давай, поймаем крысу. Поймаем крысу, окей. Погнали. Погнали ловить долбанную крысу. Так, окей, плюшевый медведь есть. Окорок есть. Пустая ваза тут. Шляпка здесь. Скалка тоже здесь. Обыскав всю кухню, вы обнаружили крысу. Однако, когда попытались ее поймать, грызун ловко ускользнул в щель под раковиной. Юркая тварь, юркая. Окей, ладно, но пазл мы все равно получили. Уровень мастерства, смотрите, подняли. Есть в этом доме хоть что-то, что может тебя остановить? Ты так упорно проходил комнату кухни, что теперь ты спец. О, нихера себе. Теперь вы будете получать больше очков свободы и жетонов за успешное прохождение этой комнаты, а также увеличишь шанс выпадения редких предметов. Я тебя понял. Мы теперь спец. Так, опять разводил его тут на деньги. Иди нахер. Отказаться. Рассказывать мы никому ничего не будем. Завершить. Окей. Ну вот, убежала. Ничего, теперь будет знать, как продукты портить. Отлично. Так. Охота на крысу. Дальше продолжаем охоту на крысу. Так, а что у нас появилось? Доктор просил помочь. А, это мы уже все выполнили, прочитали. Окей. Охота на крысу. Мне опять нужна помощь. Помнишь, мы за крысой гонялись? Она теперь регулярно из подвала вылазки делает. Как сталкер прям. Может, ее получится поймать. Крысоловки мы в этом доме не отыщем, но, может быть, удастся найти что-нибудь подходящее. Спроси у Джека, наверняка он что-то придумает. Окей. Погнали. Погнали к Джеку. В подвал. А, здесь у нас, смотрите, игра в тени, да? Так, утюг. Утюг, половник, метла. Это что у нас? Это у нас вишневый сок, отлично. Вишневый сок. Это что? А что за круги? Что это за круги, блин? Что похоже на круг? Так, может, вот это? На вас упала пила, вы потеряли 2 жизни. А, нихера себе. Прикольно.
Наверное, какой-нибудь мяч. Да, это мяч, а вот это что? Так, понятно, скалка. А что вот это за круглая херотень? Арбуз? Да, ни хера себе, арбуз! Угадал. Ладно, окей. Шурупы взяли. Чем будем шурупами ловить крысу? Так, окей, охота на крысу. Крысоловка. Мне опять нужно помнить, что мы... А, перейти еще раз. Ну давай, еще раз. Джек. Нужно поймать крысу. Они здесь все время падают в какие-нибудь вазы или банки, а потом вылезти не могут. Так что посмотри, вон на тех стеллажах. У меня там египетская ваза должна быть. Египетская сила. Окей, давай, арбуз, утюг. Так, арбуз, а где утюг? Утюг, вишневый сок, дрова. Вишневый сок, дрова. Чайник, бумажный пакет и скалка. Бумажный пакет, чайник. Где чайник? Скалка вот здесь, а где чайник? Смотри, вон крысоловка, ё-моё. Чё ты говоришь, что не можешь найти крысоловки? А где чайник-то, блин? Ёкаламэне, я чайник не вижу. В упор просто. А, вот он. Это я слепошара. Окей. Египетская ваза. Так, о, мы теперь и здесь спецы. Отлично. Завершить. Окей. Завершили. Скользкая ловушка. Отлично, давай. Скользкая ловушка. Знаешь, с этой вазой ничего не получится. Она шершавая внутри. Крыса все съела и вылезла. Нужно найти другую скользкую. Может, греческую? Я такую видела в гостиной, когда проходила испытание. Ну давай, в гостиную сходим. Давай сходим в гостиную и посмотрим греческую вазу. О! Новый режим у нас открылся, новый режим. Режим ночь, комната погружена во мрак, и лишь свет фонарика разгоняет тьму. Будьте внимательны, успейте найти все предметы. Если возникнут трудности, используйте световую шашку. Окей, о, ни хрена, мы даже фонариком тут светим. Так, окей, дрова. Дрова, скрипка, скрипка. Так, здесь нет скрипки, где у нас раньше она стояла. А где она теперь? А где эта скрипка-то? Скрипка. Так, ладно, зонт. Радио. Вишневый сок. Так, а теперь нам нужно найти скрипку. Скрипка. Это скрипка? Нет, это контрабас. Так, погоди, а где скрипка? А вот она. Все, нашел. Нашел скрипку. А, смотри, еще стопка книг и шляпа. Шляпка. И стопка книг. Стопка книг, вот она. Отлично. Мы это сделали. Так, это что такое? Набор отмычек. Ни хера себе. Так. Здесь мы спецом стали. Ну, вообще ништяк. Это что? Вы можете получить один из следующих предметов. Ни хера себе. Окей. Окей, я говорю, нажми. Ничего не получается. Чтобы активировать монолит и получить... А, нужны медальоны. Понятно. Ноль из нуля. Короче, хер знает. Окей. Хер его знает. Так. У нас тут, кстати, что-то... А, нет, ничего не появилось, да? Нет, ничего не появилось. Давай, активно, скользкая ловушка. Продолжаем. Продолжаем гостиную снова. Идем снова в гостиную. Так, тени. Тени у нас. Это у нас, наверное, радио. Так я его не вижу, ни хера. Так. Ладно, пока. А, вон он стоит. Радио, каблу, туфля. Туфля и что-то, кошелек, что ли? Туфля и кошелек, туфля вот здесь, а кошелек. Вот он, кошелек. Это что такое? На что вот это похоже? Это на какой-то фрукт, наверное, да? Вот это вот.
А где бутылка сока? А, вот она. Переместили к кровати. Так, крыса, смотри, крысу. Крысу тоже надо найти. Крыса, маска, вот я маску вижу. Маска, статуэтка орла. Или кто это? Орел. Стопка книг. Стопка книг. Где она? Стопка книг. Нифига уже так далеко все, смотри. Да? Все, не разглядишь. Так, дрова. Еще одна какая-то статуэтка. Еще одна статуэтка. И что-то я ее вообще не вижу. Полюбасу где-нибудь, блин, вдалеке стоит. А вот крысу нашел. Зато я нашел крысу. А статуэтка, вот она. Отлично. Да ладно, мы скользкую ловушку так и нифига. Греческая ваза. Найдите греческую вазу в гостиной в режиме слова. А, режим слова надо. Режим слова. Да давай, переходи ты. Вот как раз сейчас вот наш режим слова. Так, вы можете войти в комнату, но ваша жизнь опустится ниже критического уровня. Можно применить, смотри. Давай сожжем салат. Окей, сажали салат. Так, сыр и скрипка. Сыр и скрипка. Скрипка здесь. Где сыр? Сыр крыса съела, наверное. Радио зонт. Зонт. Радио. Вот он, кусочек сыра. Пипец, такой маленький кусочек сыра, я херею. Перчатки кукла. Перчатки вот, а кукла где? Кукла вот. Кукла вот. Мышь. Мышь, кошелек, стопка книг. Кошелек, а стопка книг. Вот она. Ноты, маска, шляпка. Шляпка здесь, маска тут. Что там? Ноты. Ноты вот, наверное. Да. Отлично. Все, мы нашли греческую вазу, отлично. Знаешь, с этой вазы ничего не получилось, а наша... А, погоди. Да это лучше вся глазурованная. Глазурованная? Может, глазированная? Ее купили здесь, в Англии, на большом рынке к приезду. Не могу вспомнить. Все, сейчас мы просто ловим крысу. Окей. Крыса-акробат. Крыса-акробат, китайская ваза. Нет, ты не поверишь, это крыса-акробат. Как она из греческой вазы выбралась? Может быть, стенки должны быть более покаты? Покатыми? Тогда можно попробовать китайскую, она должна быть здесь на кухне. Все не слава богу, блин, все не слава богу. Сраная крыса, а? Какая? Крыса-паркурист. Окей, так. Окей. Это что у нас? Это ноты? Что это за... Да, наверное, ноты, вот они. Ноты, так, это какая-то тарелка или пирог, наверное. Вот. Плавник. Блин, я ни черта не вижу никого, ничего. Пипец. Я такой слепой, а? Статуэтка и окорок. Статуэтка, окорок. Так, куклу мы нашли. Шляпка. Шляпка где-то я видел здесь. Часы песочные, вот они. Ваза. Статуэтка орла вот здесь. Так, смотри, вон пирог. Нашел как раз. А, это вот он, окорок, короче. Медвежонок. И вот эта штука, поварешка. Или как ее там. Окей. Да уйди ты со своими предложениям. Не надо, не нужны предложения всякие ваши акционные. Так, вы перешли на новый уровень свободы. Вы получили 2 золотых жетона и 10 к лимиту к жизни. Окей. Окей, так, доска объявлений какая-то. Крыса-акробат. Смотри, там что-то доска объявлений у нас какая-то появилась еще. Так, что за доска объявлений?
Как у тебя дела с коллекциями? Всего хватает? Не забывай про стену объявления. Если никак не находится какая-то мелочь, то можно написать об этом. Наверняка кто-нибудь откликнется и подарит. Даже вот так, да? Окей. Так, активно. Угу. Ну давай-ка. Погоди, давай-ка доску объявлений посмотрим, что там. А как? В смысле? А как мне? А где доска объявлений? Я что-то не понял. Прикол. А где доска? Так, прихожая. Нет, прихожая нам не надо. А где доска объявлений-то? Я хочу написать объявление. Дневной фонтан, режим слова. Окей, нет, ладно, давайте ищем дальше крысу. Похер на доску объявлений, потом разберемся. Китайского ваза попросить. А, смотри. Попросить у друга. Давай-ка, наверное, он. У кого-нибудь, не знаю. Про эти уведомления. Кому-то, короче, отправил. А, так. Кому-нибудь отправили. Перейти, давай, перейти. Погнали. Ночь. Так, здесь плавник, плавник, плавник. Вот он, радио. Где она? Здесь вот. Вот она. Песочные часы, скалка-мышь. Песочные часы, скалка-мышь. Песочные часы, где-то я здесь. Так, они здесь, в прошлый раз вот здесь стояли. А где теперь? Вот они, песочные часы. Скалку где-то я видел. Тоже уже в другом месте находится. Это скалка, короче. Вот она валяется. Какой бардак-то, везде все кругом валяется. Мышь. Мышь я уже два раза или три нашел. Какого хера? Внешний сок и кукла. А, кукла, 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 кукла. А, никакой внешний сок. Вишневый. А, это кетчуп, ё-моё. Я перепутал вишневый сок с кетчупом. Хорошо, что это не в реальной жизни. Так. Вот она, кукла. Отлично. Метла, ноты. Метла. Метла здесь. Так, окорок. Окорок, вот он на плите стоит. Пустая ваза. Где там пустая ваза? А, шляпа, шляпка. И ноты. Надо найти. А, вот они, ноты. Все, отлично. Мы справились. Все четко. Ступку взяли какую-то. Я думал, китайскую вазу возьму. Да блин, погоди. Крыс-акробат. А каком надо. Я что-то не понимаю. А, режим слова надо. Понятно. Режим слова. А, вот как раз сейчас мы вазу и найдем. Окей, пирог, вишневый сок. Слова это самое такое, самое легкое получается. Крыса, метла, кукла, половник. Где там половник, половник? Вот он. Статуэтка птицы, плюшевый медведь. Статуэтка птицы, где она тут? Вот она, статуэтка птицы, песочные часы, апельсин. Апельсин, пустая ваза и ноты. Вот снова ноты, где они? Ноты вот они такие вот непримечательные, знаешь, вот. Окей, так, все, мы должны были найти вазу. Да, китайская ваза, отлично. Все, завершить. Мы справились. А эту вазу женщина привезла из Китая. Красивая женщина, которая была в разных странах. Ох, ладно, продолжим скармливать крысе сухарики. Кстати, не хочешь подкрепиться яблоком? Нет. Извини, я не хочу. Французская ловушка. Да ладно, что, французскую вазу теперь надо найти? Ну что за наказание? Нет, не получилось. Наверное, эта ваза была слишком низкой. Нужно найти повыше. Я помню, где-то была французская. Мне кажется, ее нужно поискать в подвале. Ну давай. Давай отправимся в подвал. Снова в подвал. Снова в подвал. Так, апельсин. Мышь, метла, молоток, перчатки. Перчатки здесь. Еще молоток, смотри, новый появился, да? Молоточек. Тополовник. Здесь молотка нет. Молоток, молоток, топор.
Вишневый сок, вот он. Метла. Лопата. Вот молоток, смотри. Нашли. Что там еще? Автомобиль, дрова, метла. Так, дрова здесь. Кстати, метлы я не вижу. Крыса вот тут сидит. Арбуз, чайник, автомобиль. Арбуз, чайник, автомобиль. Вот он, арбуз. Так. Чайник вот здесь. Автомобиль, скалка. Скалку, кстати, я где-то здесь видел. Где-то я видел, вот она. Скалка. Автомобиль и метла. Метлу нашел. А где теперь тачку? Тачку-то теперь где найти? Где, падла, машина? Машина, мать твою, ты где? Да ну нахер, а где машина-то? В смысле? Вот это ж... Да ладно, тень! Тень автомобиля? Да вы чё, издевались? Я искал игрушку. А это тень всего. Вы чё, прикольнулись сейчас или чё? Окей, так. В режим, наверное, слова надо найти, да? Погоди, слова, да. Слова. И переходим. Тени. Нет, это не то. Ну, придется делать... Придется искать тени. Так. Утюг, дрова. Дрова, пакет бумажный. Молоток. Где там плавник? Автомобиль опять. Чайник, плавник, половник. Арбуз. Перчатки. Мячик. Вот тачка, да? Тачка. Скалка. Скалка вот здесь. А где апельсин? Вот тут. Да возьми ты апельсин тоже. Еще ни одной подсказки, кстати, мы не истратили. Так. Дальше подвал. Подвал. Вот оно, слова. Вот они, слова. Окей. Погнали. А. Применить яблоко. Ну давай сожрем яблоко. Войти. Так, утюг, бумажный пакет здесь, а утюг, 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 вот он. Радио, апельсин, молоток. Апельсин здесь, молоток тут, а радио, радио. Радио здесь, мышь, перчатки, мышь, вот она. Скалка вот здесь, перчатки тут, чайник, арбуз. Арбуз тут, автомобиль. Половник, чайник, половник здесь. Автомобиль вот он. И чайник. Чайник вот здесь висит на крюке. Все, отлично. Отлично. Надеюсь, с этой вазы крыса не вырвется. Все будет ништяк. Вот так вот. Французская, нет, ее тоже купили здесь. Мальчики нашли ее в маленькой лавочке в городе. Я помогала ее нести. Мы хотели сделать сюрприз. Ладно, у этой вазы высокое горлышко. Крыса точно не сможет выпрыгнуть. Толстая крыса. Да вы че, прикалываетесь, что ли? Ой, Валерий, крыса даже приманку не съела. Наверное, растолстела на наших сухариках. Такое узкое горлышко живут не в лес. Ладно, у нас остался всего один вариант. Индийская ваза. Она когда-то стояла в гостиной, но где она сейчас? Да блин, они задрали. Все вазы перепробовали. Окей. Так, туфелька. Туфелька, радио, кукла, кошелек. Туфелька, туфелька здесь. Радио тут. Кукла, вот она. Кошелек, вот это вот. Апельсин, сыр, скрипка. Сыр вот здесь. Апельсин вот, скрипка тут. Маска. Да скрипку-то возьми, ё-моё. Маска, стопка книг, ноты, маска, ноты, стопка книг вот тут, шляпка, пустая ваза, шляпка, а пустая ваза, так, вон она, пустая ваза здесь. О, индийскую вазу нашли, отлично, ништяк. Надеюсь.
Эту я не помню. Наверное, ее купили позже. Ну все, я основательно приготовилась. Намажу вазу маслом, и тогда крыса уж точно не выберется из нее. Окей. Дом для крысы. В смысле? Крыса наконец попалась, Валерий. Смотри, какая милая. Беленькая, а нос черный. Прямо домашняя крыска, декоративная. Давай ее оставим, будет домашнее животное. Только ей тогда домик нужен побольше. А у меня идея. Давай из вас сделаем домик. Нужен будет молоток, клей и кисточка. Принесешь? Ну, пожалуйста. Ох ты, боже ты мой, а? Бог ты мой. Ладно, уговорила. Кстати, можно купить, смотри. А, ну-ка, погоди. Стоимость золотых. Стоимость завершения квеста «Дом для крысы». Золотых жетонов. Ну-ка. Потратил, короче, золотые жетоны. 8 штук у меня осталось. Окей, завершить. Спасибо, ты посмотри, какая смешная. Я ее уже научила приносить мне всякие мелкие вещи. Она такая умная. Нэн, принеси лазер. Вот, молодец, съешь сухарик. Да, я назвала ее Нэн. Так звали женщину, которая любила крыс. Ну, пипец ты. Ну, пипец ты. Ну, пипец ты. Вот. Так. Давай соберем домик. Хорошо, что это все-таки копия, а не настоящий антиквариат. Было бы жалко их потратить. Собрать крысиный домик. Перейти из вас. А, собрать из вас крысиный домик, смотри. Окей, давай. Все отлично. Мы собрали. Вы собрали коллекцию вазы. 500 жетонов и 2 лазера. Все четко. Все четко. Завершить. Да, очень странная ваза получилась. Для крысиного домика просто замечательно. Ну что ж, Нэн, у тебя на веселье. Давай я тебя цукатом угощу по такому случаю. Все, отлично. Отлично. Друзья, так, что у нас тут? Смотри, блин. Новые записи. Гонял по кухне крысу, но она убежала. Джек посоветовал сделать из вазы ловушку, но уже четвертая не подошла. Зато Дженни много интересного про них вспоминает. Она не только была в этом доме, но и очень хорошо знала живущих здесь людей, дружила с ними. Знает, что вазы не антикварные, а просто копии. Даже вспомнила, как помогла нести из лавки одну из них. Вот так. С крысы вышло очень странно. Столько времени не ловил. А в результате решил, что она милая, умная и будет нашим домашним животным. Пустили ее все вазы на домик для крысы. С ума сойти можно. Ну, что говорит? Женщины, что скажешь? Вот. Так, это что? Серая крыса. Поймать. Вы хотите купить предмет? Ловушка за 5000 жетон. В смысле? Можно получить очень частые провода. Футляр, доска. А сколько у меня там? У меня 9032. Да хер с ним, давай попробуем. Вон, всякой херни, короче, наполучал. Вы удивленно заглядываете в комнату и видите, как Гарри троится в своих вещах. Рубашка летит в одну сторону, блокнот в другую, тапок в третью. Медальон. Не может быть, опять? Да кто это делает? Я, короче, что-то завершил, непонятно что. Окей. Никто не виноват, и первый пазл. А, смотри, 3 дня. Наскальный рисунок. Окей, друзья, окей. Вот, а, помогли крысе, сделали ей дом, приручили, короче, приютили, вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока.